Более 1500 блинов напекут ишимские бабушки на фестиваль «Тюменская весна» всей семьей. Активистки танцевально-оздоровительного движения «Танцующие бабушки» присоединятся к празднованию масленичной недели. Больше 20 пенсионерок решили разнообразить городской праздник и порадовать горожан своими блинами. У нас в городе столько бабушек, все такие инициативные. Если клич кинуть, там не то что полторы, там вообще на две деревни хватит и на три города. У каждой бабушки свой рецепт. Одна два яйца кладет, другая три яйца кладет, третья только на молоке. Горожанок с блинной идеей поддержат и жительницы Ишимского района. Кулинарный флешмоб готовы подхватить и жители деревни Синицына. Мы соберемся в деревне, нас активных бабушек тоже, может, до 20 человек. Так что каждый напечет, каждый удивит, и мы пойдем прямо, знаете, по домам, вот встречных, будем всех угощать. Мы здесь друг друга все знаем.